Символ врача во сне показывает, достаточно жесткий этот символ, он показывает, что человеку следует пройти обследование и пролечить какую-то болезнь, которая у него, возможно, уже прогрессирует. Там надо смотреть, если сон идет на вас, значит, это ваше заболевание. Если сон идет на каких-то близких людей, значит, именно им надо пройти обследование и лечиться. Если этот сам человек, который увидел сон, работает в сфере здравоохранения, то тут следует толковать его сон в области работы, но не здоровья. Следует уделить внимание именно зубным врачам. Если вы увидели во сне зубного врача. Здесь, как правило, эта болезнь только бывает залеченная. Значит, эта болезнь приведет в любом случае человека к смерти. Только идет время, будем говорить немного, будем говорить так, затягивается. Ну, например, парню приснился сон, что он заходит на строительство, строится дом. Стоит башенный кран и стоит будка. Будка, ну, где строители обычно переодеваются. Он заходит туда и видит свою мать, которая лежит в кресле, и над ней навис зубной врач. Что-то или зуб ей вырывает, или лечит зуб. Через какое-то время мать закончила жизнь самоубийством у этого парня. То есть было строительство, подсказано было. Вот смотрите, строительство, только-только стройка начинается. Значит, то, что тут уже у женщины были проблемы. У ней была длительная депрессия. Другой сон. Женщина идет по коридору и заглядывает в комнату. По коридору больницы заглядывает в комнату, в кабинет. И там видит, что один человек лежит, второй сидит в кресле у зубного врача. Через какое-то время у этой женщины два родственника умерли от онкологических заболеваний. Один был в это время лежачий, а второй, да, проходил, вроде бы как хорошо прошла операция и все остальное, но через какое-то время люди эти умерли от тех же самых болезней, от которых они лечились.